крови Россию защищать. Когда ее незваный гость тревожит, и было так всегда, и будет впредь, стоять на страже рубежей отчизны, беречь ее величие и твердь. И нет для нас другой судьбы и жизни. Пройду сражавшихся, не думая о славе, достойно перед памятью отцов, отдавших жизнь свою на поле брани, познавших беды войн, так нужен мир.